Привет, друзья! Я приветствую вас на своем канале в разделе «Мой мини-сад». Сегодня я приобрел такую пару. Это салатница обычная и поддон для цветов. Это мне обошлось $1.5. Ранее, месяца 2-3 назад, я приобрел вот такую пару уже готовую для бонсаев, для растений. 2-3 раза дороже, по-моему, 1500 или 1000 тенге. Я сегодня решил из салатницы сделать вот такой вот поддон для бонсая. И тем более у меня есть вот такой вот претендент на пересадку. Этому фикусу уже порядка 5-6 лет. Я решил его посадить вот сюда. Ну, в примере, если получится, конечно. Будем экспериментировать. Для этого я взял обычный дрель. Нашел у себя насадку для сверление кафеля и подобного материала. Сейчас попробуем это сделать. Этот наконечник, видимо, уже давно вышел из строя. Он вообще на месте стоит, ничего не делает. Я решил взять другое сверло. Надеюсь, что оно подойдет у нас для сверления этой поверхности. Я сделал уже небольшую насечку. И продолжаю. Получилось. Такая дырка получилась. Итак, у нас отверстие получилось. Правда, я приложил немало сил. Поменял пару свёл. Надо иметь хорошее новое, скорее всего. Сейчас осталось только попробовать примерить этот фикус на новом месте. Ну, я смотрю, у него как раз плоское корневище. Вот он сюда и бросится. Вот такой вот первый пример. Добавляю этому фикусу свежей земли, готовой для фикуса специально. На дно положил камушки для дренажа. Так, осталось всего немножко полить и досыпать земли. Такое у нас получилось. Как вам? Вот такая вот получилась у нас композиция. Итак, с новосельем нашего фикуса поздравляем. Такая квартира получилась у него. Думаю, если вам понравится любой салатник, можете сделать из него такой горшочек для вашего фикуса. До новых встреч, пока!